Межнациональные отношения и традиционная культура. Представители общественного совета ОМВД посетили детский оздоровительный лагерь. Чему научили, узнала наша съемочная группа. По небу ходила, ключи обронила. Четыре развлекательные площадки, игры и конкурсы, фильмы и хороводы. Праздничный день для ребят организовали общественный совет областного МВД и региональное правительство. Если им понравится игра, они могут продолжать в нее играть. Вот. И я думаю, что каждый раз, уезжая из какого-то лагеря, из какой-то школы, познакомив детей с играми и обрядами, что мы-то уйдем, а взрослые люди подхватят, или во дворах они будут играть, ребята, или в школе будут, или в лагере продолжат играть в эти игры. Для детей постарше провели мастер-класс по созданию собственной уникальной кулачковой куклы. Лица у нее нет, эти куклы исполняют роль оберегов. Мне было очень интересно делать куколку, я никогда таких не делала. Ну, теперь знаю, что можно с ней делать и как ее сделать. И многим расскажу. Акция «Каникулы с общественным советом УМВД» проходит в Ярославской области уже третий год. Такие мероприятия проходят сразу в нескольких детских лагерях. В этом году основная тема – 70-летие Победы. Через победу в Великой Отечественной войне мы пытаемся показать, что ковали эту победу для нас представители разных национальностей, многонациональной нашей страны, тогда еще Советского Союза. И вот этот подвиг нашего многонационального советского народа является лучшим примером того, как можно вместе отставить свои интересы. Кроме игр, ребятам показали фильмы о Великой Отечественной войне и рассказали о том, какой ценой далась победа. Глеб Гунин, Алексей Карашев, Вести, Ярославль.